Мы сегодня для вас приготовили сюрприз. Лилу. Друзья, ну что ж, действительно, мы для вас сегодня приготовили сюрприз. Сегодня на нашем вечере празднование нашего трехлетия выступит прекрасный Павел. Иди своей дорогой. Иди своей дорогой. Называется песня, с которой Павел начинает. Воспевая одиночество, достигаю новых уровней. Пусть сбывается пророчество, рассекая небо пулями. Рассыпаюсь я на тысячи. Скоро ночью увеличится.